Всем привет! Ну вот, только что Игорь Павлович прибежал с банка и принес новую 20-тысячную купюру. И решили снять ролик, показать вам сразу все три 20-тысячные купюры, которые вообще, в принципе, существуют в природе. Вот сейчас мы их так положили, да? Хотя, конечно, они вертикалочки у нас. И правильнее класть их вот так вот, именно вот вертикально. Вот первая купюра которая у нас должна была выйти в 2013 году, как вы помните эту историю замечательную, когда должна была выйти к юбилею тенге, но сменился Марченко, председатель Нацбанка, на Келенбетова, и Келенбетов со своими амбициями решил, что эту купюру не надо выпускать. Два года она пролежала в хранилище, шла речь о том, что ее уничтожить. Но в конечном итоге, видимо, сумма, потраченная на ее печать, сыграла свою роль. Ее решили выпустить. И выпустили ее на день первого президента. Вот удивительно, да? Купюра, которая у нас с логотипом 20 лет тенге, была как бы в пресс-релизе обозначена как купюра ко дню первого президента. Изначально в пресс-релизе указывался тираж этой купюры 30 миллионов, то есть должны были быть литеры АА, АБ, АВ и ЛЛ, само собой замещение купюра но как потом в обращении удалось найти купюры АГ и даже АД. Вот перед вами АД. То есть реальный тираж купюр был 50 миллионов. Потом, уже чуть позже, ну там буквально, может, полгода назад, Национальный банк везде исправление внес. Эта купюра широко находилась в обращении. Было найдено достаточно ну, приличное количество бракованных купюр. Можете посмотреть наши ролики, можете и кто, кто приобрел реестр, полистать в реестре, они указаны. Сейчас много этих купюр уже сильно изношены, и, судя по всему, ощущается их дефицит в наличном обращении, хотя многие граждане не держали их даже в руках. Вторая купюра, тоже с приключениями. Без приключений пока что у 20 тысячных ничего не обходится. Это та самая купюра с Назарбаевым которая была объявлена к юбилею независимости. Тоже памятная юбилейная купюра с датой 2021. Вот логотип празднования. Эта купюра, тираж у нее был заявлен 3 миллиона. Как видим, она уже сделана на латинице. Хотя дизайн практически соблюден, за исключением некоторых нюансов. И вот этой новой степени защиты, вот с этой полосой, которая здесь появилась. Много очень нюансов. Мы тоже снимали подробные ролики. Можете посмотреть. Еще раз внимательно изучить. И не забываем, что здесь у нас замещение серия была ZZ. Очень редкие купюры. Если кому-то еще вдруг случайно попадется и захотите выгодно продать, то пишите в шапочке канала мой WhatsApp. То есть вот эта купюра с литерами ZZ, она сейчас как бы пользуется спросом. И и, собственно говоря, получилось так, что тогда, когда она начала поступать в банки, случился у нас контар. И, соответственно, многие, многие банки стали думать, а, стоит ли запускать, чтобы не нарваться на какие-то сложности. Но, тем не менее, тем не менее, купюра с большим опозданием. На юбилей ее нельзя было достать. А, уже а, в, в начале этого года стала появляться, и коллекционеры положили ее себе. А, в альбомчике Вот это вот самая голограммка. Тут у нас президент в нескольких раз. Первый президент, уточню, первый президент. Он у нас и на голограмме, он у нас и вот здесь вот. И вот эта вот неожиданная новость о том, что выходит еще 20-тысячная купюра. Но на этот раз это уже циркуляционная купюра. Не памятная, циркуляционная, то есть обычная. С неограниченным тиражом. У нее тираж может быть какой угодно. Хоть 100 миллионов, хоть 200 миллионов экземпляров. Все зависит от того, как будет требовать денежное наличное обращение. И, и сразу же, как только вышел этот э, пресс-релиз, все обратились, что Назарбаева тут у нас нету. На этой купюре вообще никоим образом нету. У нас здесь появился Орел. Ой, вот он здесь вместо портрета. Давайте вот так вот положим. Да? И вместо там, где у нас цифра 30 была, здесь тоже орел выполнен вот этой защитной технологией. Забыл, вот, вот вылетело из головы, просто быстро прибежал, как эта технология называется. Если знаете, пишите в комментариях. И, и очень много вопросов сразу возникло. Во-первых, мы видим, что опять купюра у нас, все надписи на купюре у нас выполнены на кириллице. Абсолютно все надписи выполнены на кириллице. Литеры у нас тоже. Литеры тоже у нас АА здесь. То есть обратите внимание, АА начались с литера АА. Но что бросилось в глаза, это то, что у нас одна и та же защитная полоса обратите внимание одна и та же защитная полоса что на юбилейной и тут у нас тоже тридцаточка и у нас подпись Такаева, нынешнего президента и литеры АА и тут АА одинаковые обратите внимание да вот такие очень интересные нюансы при этом а, здесь уже нашли замещенку и замещенка здесь ЛЛ то есть вот вот такие вот интересные нюансы что еще обратите внимание на гербы? Вот сейчас Игорь Павлович вам увеличит гербы. Чтобы вы увидели. Обратите внимание, это очень важный важный момент. Дело в том, что, несмотря на то, что все сделано на а, кириллице, а, все сделано на кириллице, а, Стандарт герба с надписью слово ⁇ Казахстан ⁇ на латинице. И, соответственно, герб на новой 20 тысячной тоже выполнен с надписью ⁇ Казахстан ⁇ на латинице. Вот такой очень важный и очень любопытный нюанс существует на этих купюрах. В принципе, в принципе есть подозрения. Это, конечно, мои предположения. И вряд ли Нацбанк побежит подтверждать их мои предположения. Есть предположение, что просто надо было изначально не стали печатать большой тираж вот этой купюры, может быть не успевали к юбилею, а после того, как случился контар, партия бумаги-то была заказана, скорее всего, очень большая, и было решено, как говорится, Использовать ее, бумага-то дорогая, и поэтому возникло желание выпустить такую циркуляционную купюру. Тем самым, я могу быть не прав, пишите в комментариях, это пока мои догадки. Тем самым, сейчас у нас в обращении официально находятся три 20-тысячные банкноты. И, скажем так, достаточно сложно положить в коллекцию э, все их разновидности. То есть, как минимум, надо положить... Две таких с замещенкой, две таких с замещенкой, но ее еще надо найти. И теперь здесь надо тоже искать замещенку. То есть надо в нормальную приличную коллекцию положить 6 20-тысячных купюр. То есть получается 120 тысяч тенге. Представляете? То есть, всего лишь там несколько листов в альбоме. И это 120 тысяч тенге. Ну что ж, сейчас буду искать замещенку. Эти все, как, как говорится, уже предыдущие. В коллекцию тоже себе положил. Теперь буду искать замещенку новую. Ну и посмотрим реально, какой тираж будет. То есть уже сейчас нашли литеры АААБ. То есть это уже как минимум 20 миллионов. Но может еще отказаться. Да, кстати, мои предположения. Может быть я и буду не прав. Но мои предположения, что может оказаться сквозная нумерация. То есть здесь мы знаем, что их выпущено 3 миллиона было. И давайте сейчас все дружно будем смотреть на номера, на новые купюры. И если вдруг, то есть будем искать нижние номера, чтобы здесь было ниже цифры 3, то есть 1, либо двойку, то есть 0, 1, 2. То есть если я, мои предположения подтвердятся, то, соответственно, цифры 0, 1 и 2 в новой банкноте на первых позициях просто-напросто не будет. И будет тогда вдвойне интересно, потому что тогда придется это, естественно, обязательно уточнения вносить в каталоги, которые будут выпускаться, и отмечать это как очень-очень важный нюанс. Ну и опять не забываем, что подписей теперь на купюрах у нас нету. Просто нету. Глава Нацбанка теперь не расписывается. Вот на это еще 20 тысяч подпись есть. А теперь на всех купюрах их просто-напросто нету. То есть это просто так должно быть. Все. Все, что было в голове, рассказал. Если вдруг что-то знаете еще дополнительно, пишите в комментариях. Постараемся об этом тоже рассказать в следующих роликах. Удачи, до новых встреч.